Всем привет, дорогие друзья. Посылочка. Я ее сам себе заказал на Новый год. Давайте откроем и посмотрим, что тут находится. А, нет. Нет, это не то. Не то, что я хотел. Козлы, блин. Привезли, я думал, ладно. Это тоже вещь нужная. Заказал мамке. Это вот такая вот мыша. Мыша. Аккумуляторная, перезаряжаемая мыша. О, тут еще и горит разноцветным. В управлении прикольно. DPI. О, да, DPI переключается. От маленького, по-моему, 400, потом 800 или 1000 и, по-моему, 1500. Ну, удобная. Удобная, ничего не скажешь. Так. Скролл. Удобненький. Ага. Кнопка свернуть все окна. Тоже прикольно. Нажимается, кстати, вообще тихо-тихо. Но такое ощущение, знаете, что здесь не микрики стоят, а обычные кнопочки. Так, здесь тоже эти кнопки работают. Не могу понять, что именно. Но будем разбираться. По дизайну. На камеру... Она более синяя получается. В жизни она такая более фиолетовая. M600 Pro X позиционируется как бюджетное игровое решение. Но мы-то с вами знаем, что даже бюджетник игровой будет посолиднее, получше, чем обычная мышка. Что все-таки эргономика там делается для игр, чтобы рука... не уставала, не болела. Поэтому как-то так. Ну, симпатичная, приятная. Еще есть за такую цену, по-моему, что или 12, или 13 долларов она обошлась. Такая, ну, не пустая. Так чувствуется вес. Моя старая боевая подруга Афотек Блади R8 потяжелее будет. Но это такая тоже. Это тоже приятная для руки. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка будет в описании. Я с вами на этом прощаюсь. Покедова вам.